Доброе утро, дорогие мои партнеры. Вот, хочу вам записать видео. Очень много вопросов по нашей сыворотке. И хотела вам записать, также новым партнерам нашей вот сыворотки Ageless, как ее применять. Хотя мы заходим не на продукт, а на бизнес, но все-таки продукция очень классная, и все очень хотят узнать, как правильно ее применять. Вот смотрите, утро, да? Утро. Значит, я умыла лицо, беру, значит, встряхиваю сыворотку. Так, сейчас я вам покажу. Вот. И вот. Она вот такая красивая у нас. Вот. Наносим. Так как лицо увлажненное уже, да, вы умылись, вы не вытираете лицо, а на влажное лицо наносите. Значит, где вы хотите, допустим, подтянуть свое лицо, свой скулы, овал скул, допустим, чтобы убрались морщинки. Сыворотка, она очень хорошо наносится, потому что влажное лицо, и она сама распределяется. Вот у меня, я вам уже записывала видео о моей, значит, глубокой морщинке, которая уже разглаживается. Я пользуюсь сывороткой 3 месяца уже и очень довольна. У меня овал лица, во-первых, подтянулся, да? Подтянулся овал лица. У меня были очень вот здесь складки тоже под глазами, опять же повторюсь. Они просто исчезли, их уже нету. Вот, значит, нанесли сыворотку, где вам нужно. Она сама, она распределяется сама и впитывается очень хорошо. Вот. Не обязательно наносить ее на все лицо. Не обязательно. Все, нанесли ее. Вот, где вам нужно. Может, кому-то нужно на зону шеи, декольте наносите. Это подтянет у вас еще, допустим, и подбородочек. Вот подтянется очень красивый тоже овал лица будет. Вот. Нанесли. Все. Мы нанесли сыворотку. Мы ждем. Ждем, пока она высохнет. 3-5-7 минут. Ну, я обычно иногда засекаю 10 минут, потому что, как говорится, с малышами своими могу забыть. Вот, все. Значит, она высыхает. Вы даже можете сами прочувствовать, как она высыхает, подтягивает лицо. Вот. И наносите свой... Ой, тут малыш уже забрал. Свой увлажняющий крем. Ну, я наношу вот такой крем. Вот, увлажняющий. Вот. После сыворотки вы наносите любой увлажняющий крем дневной. Утром. Вот. Утром наносите. Так. Каникулы продолжаются. Игра прямо на этикетке. На перемене веселее с фантом. Нанесли. Увлажняющий крем наносите. Сыворотка, она впитывается во внутренние слои дермы, увлажняет и разглаживается ваша любимая кожа. Она молодеет, потому что очень поразительные результаты при применении ее, просто уникальные, если наносить утром и вечером. Вот. Значит, утром мы наносим на увлажненное лицо, не вытирая полотенцем лицо, мы сыворотку, сколько вам нужно, чуть-чуть вдавливаем. Вот, на пальчик выдавливаем, на пальчик, она очень такая сиреневого красивого цвета, и наносим в те места, где вы хотите убрать лишние морщинки, вам нужно где-то подтянуть. Вот, значит. А вечером вы также наносите, но уже после него наносите там, допустим, ночной крем за час, за 2 часа до сна вы наносите вот сыворотку. И когда она высыхает, через 10 минут наносите ночной крем перед сном. Вот, все.
Всем пока. До следующих моих видео. До свидания.